В Донецкой области смертельные случаи бывают чаще из-за отравления газом, чем из-за взрывов бытового топлива. Об этом рассказал инспектор Госпромнадзора. Абонентам советуют больше внимания обращать на исправность вентиляции в жилых помещениях. При этом возлагается большая ответственность на жилищно-коммунальные предприятия, которые проверяют эти вентканалы и дымовентканалы. Потому что при наличии закрытого окна, при наличии плотно закрытой двери и при наличии неисправного вентканала у нас получается мышеловка. В Мариуполе газ в жилом доме взрывался в 2011 году. Пострадал один человек. После этого происшествия системы подачи топлива в городе контролируют усиленно, заверил Сергей Литвиненко. 339 нарушений. Это было в апреле месяце. С начала года 1415. За аналогичный период 2013 года 4528. Предупредить трагедию можно, уверен представитель управления ЖКХ. Для этого нужно не препятствовать сотрудникам Мариупольгаза проводить плановые проверки. Оставляйте ключи, чтобы можно было войти в вашу квартиру. Если такого не случается, то хотя бы скажите жилищному предприятию о намерении вашем, когда вы будете покидать свое жилье и когда вы вернетесь. У нас есть такая гибкая система, сейчас работает по согласованию. Мы даже меняем те места опрессовки. Если нет в квартире жителей, то по согласованию с Мариупольгазом мы опрессовку не проводим. Жителям Мариуполя напомнили о правилах пользования газовыми приборами после трагедии в Николаеве. Там в результате взрыва бытового топлива погибли несколько человек. Ростислав Сысоев, «Панорама».